Приветствую всех любителей вышивки на моем канале. Друзья, сегодня я вам покажу свой заказ из сайта mybobbin.ru. Сразу хочу сказать, что данный видеоролик не является ни рекламой, ни пропагандой, ни агитацией какой-то покупать в этом магазине или не покупать. Нет. Я сама заплатила свои личные деньги и за все наборы, которые я приобрела, и за пересылку посылки из России в Литву, и также за пересылку денег по Western Union. Просто данный магазин оставил мне очень хорошее впечатление. Я создала о нем суперское хорошее мнение о работе, о подходе к клиенту. И этим мнением я хочу поделиться с вами. Еще один важный момент. Я участвую в Фейсбуке, в литовской группе вышивальщиц. И там часто бывает такая вот тема поднята о заказе с российских сайтов. Девочки иногда боятся заказывать, так как боятся, что непонятно, куда деньги могут выслать, никаких защиты прав потребителя уже потом не добьешься, если они пропадут. И также боятся растаможки, потому что Россия не является Евросоюзом. Ну, в общем, всякие-всякие нюансы. Так вот, я хочу рассказать о своем опыте. Итак, вообще, данный заказ не был не планирован, тем более в зимнее время, когда там надо за коммунальное много платить и все остальное. Ну, вы сами понимаете, зимой всегда с деньгами туже, нежели летом. Поэтому я точно не планировала этого делать. Но, посмотрев в гугле, в картинке с отшитыми работами полнолуния от Риолис, все знаете, я все не смогла спокойно спать. Тут еще и видео Оксаны Дерзы я пересмотрела. Оксаночка, привет тебе, моя дорогая. Извините. Вот, и, ну, реально, ну, не могла спать. Я думала про это полнолуние, ходила, мечтала там постоянно. Пересматривала видео Оксаны. Вот. Оксана, кстати, Дереза, мне посоветовала, да, говорит, отшивается он хорошо, я там у нее поспрашивала, она говорит, бери. Ну и начала я смотреть в интернете, где у нас в нашей стране можно купить данный набор. Когда я увидела цену на этот набор, я просто, ну, как тут приличнее сказать, охренела. Так это минимум, что я могу сказать, а если еще больше, ну, это эти слова уже не в эфир. Ну, вы все поняли, какое слово. Данный набор у нас стоит от 65 евро с половиной до 69. И я думала, это может только в одном магазине какая-то, ну, цена. Или думаю, может, они ошиблись, ну, потому что, ну, такая цена за набор. Да, я все понимаю, это Риолис премиум серия. Там, да, там Анкор, там Цвайгард. Ну, все-таки 60, ну, скажем, 65 евро, пускай будет так. Даже 65 евро для меня, ну, я уже настолько не жалею денег на вышивку, поверьте, честно. Ни на вышивку, ни на наборы, ни на аксессуары, там, вот, что мне нравится, то покупаю. Ни на оформление картин. Я не то что хвастаюсь, что я там жалею, не жалею денег, нет. Я абсолютно обычный человек, но просто пока меня чуть-чуть возможность позволяет, я себе позволяю. Как будет дальше, я не знаю. Так вот, к чему я тут говорю. Даже для меня и то 65 евро за данный набор, ну, ну извините, там вышивается вообще частичная вышивка. Для меня это много. И я как-то пожаловалась Оксане, там, в каких-то мы комментариях там переписывались, что вот, говорю, такая цена, она в ужасе, вот, говорит, и скидывает мне ссылку на бобин сразу на данный набор. Я посчитала, сколько на бобине стоит данный набор, а данный набор на бобине стоил 25 евро, вы понимаете, почти в 3 раза дешевле, это вообще, я как увидела, я поняла, все, это судьба, и я обязательно должна сделать заказ. Ну, конечно же, с одним набором, но я не могла обойтись. Ну, как тут, думаю, за один набор платить за пересылку там денег по Western Union, потому что когда пересылаешь в Россию Western Union деньги по Western Union, то платится 10 долларов. Ну, там плюс-минус, там 8 с копейками в долларах. Ну, и думаю, плюс за пересылку все равно, но даже если бы я покупала бы только этот набор, все равно он мне стал бы намного дешевле, потому что пересылка стоит 5 евро.
пересылка денег стоит, 8, ну, даже если 10 долларов, это тоже 7 евро, и сам набор 25, ну, так посчитайте, в два раза дешевле. Вот, ну, я, конечно же, думаю, была, не было. Пока могу себе позволить, надо брать. И тут еще Агния, подружка моя, подсуетилась. Вау, вау, вау. Ну, я написала, что данный набор, который ей очень нравится, что он тут тоже стоит дешевле. Простите, пожалуйста, надо было прерваться. Так вот, Агния набор тоже дешевле стоит, который она мечтает вышить. Поэтому мы решили вместе сделать заказ. Ну, мой, конечно, был больше. Она, как начинающая вышивальщица, она хотела и больше хапнуть. Но я говорю, успокойся, говорю, если ты там точно, тебе очень понравится, мы с тобой обязательно будем делать заказы, я тебе буду помогать, и ты сама научишься. В общем, вышить то, что чуть-чуть. Вот, ну и я тогда написала в поддержку там клиентам, что-то client support, что-то такое, на MyBobbin. Спросила, можно ли сделать заказ на Литву, на что мне был ответ, конечно же, без проблем. Мне прислали всю информацию, сколько будет пересылка стоить, там, если два набора, то 400 рублей, это на наши деньги, 5 евро где-то. Если побольше уже там, то тогда 800 рублей. Вот. И мне самый главный вопрос был насчет оплаты. Не просили банковской карты. Но когда я могла сделать этот заказ и банковской картой платить, но просто банковский перевод вот с моего банка, допустим, на счет магазина стоило бы 20 евро. Ну, думаю, так, это мне точно никак не годится, тогда уже я просто могу пойти и купить этот набор в магазине у себя дома через дорогу. Ну, и тогда я им объяснила всю ситуацию, что... Я просто прямо написала, что 20 евро, ну, для меня дорого за пересылку, говорю... Просто я рассказала им о своем опыте, как я приобретала наборы «Золотое руно» из сайта рукоделия или шоп рукоделия, ну, официальный сайт «Руно», и они мне позволили через Western Union. На что владелец магазина очень спокойно отреагировал, да, говорит, конечно, без проблем. Ну, говорит, я честно скажу, он мне написал, что, в принципе, они это не приветствуют. Ну, не то, что не приветствуют, но не, они как бы эту услугу не предоставляют, но в виде исключения они мне вот сделали. Чему я была безумно рада. Спасибо вам, дорогие мои, bobbin.ru. Вы не представляете, вы меня сделали такой счастливой. Я тогда там прыгала, хлопала, топала. Вот. Ну и все, и они мне написали счет, сколько будет в евро, потому что курс рубля как-то постоянно там что-то прыгает. И я раньше я знала, что плюс-минус стабильный был курс, после там Нового года вообще какой-то абсурд стал. Поэтому я говорю, вы мне напишите конкретную сумму в евро, и в течение там 2-3 дней я обязательно плачу. И вот они мне написали, что за все, и за пересылку, и за все наборы будет сумма 124 евро. Вот, могу вам показать даже счет. 9607 рублей. Хотя я посчитала, если на самом деле, то 124 евро на тот день составляло там что-то 9200. Ну, в общем, как-то чуть-чуть меньше. Получилось, что мне получилась какая-то скидочка, за что я тоже благодарна. Вот. Итак, давайте же приступим к обзору прекраснейших наборов. Сначала я вам вставлю маленький кусочек, где я вам покажу наборы Агнины. Или Агни. Агни, наверное. Сама же не умею разговаривать. И потом я покажу вам все свои самые красивые на планете наборы. Итак, показываю вам наборы, которые приобрела себе моя подружка Агня. Вот такие цветочки, маки, розы и такая вот красавица. Называется набор «Утро». Она говорит, ой, я тут быстро ее вышью, тут же она такая легкая, цвета легкие, будет глаз отдыхать. Я говорю, ну, сначала, говорю, выши хотя бы вот один из этих наборчиков из цветов, а потом уже будешь вышивать вот эту, потому что здесь, ну, такой конкретный монохром, вот. Поэтому надо к нему подготовиться, я считаю. Цветов тут у нас сколько? 16. По-любому будут бленды. Она говорит, ну можно я хоть чуть-чуть сегодня попробую? Но я ей категорически запретила. Вот, говорю, когда мне предоставишь вот эту хотя бы розочку вышитую, тогда будем уже говорить с тобой о этой красотке.
Так, поехали теперь дальше смотреть мои покупки. Вот такие наборчики мы заказали для моей любимой Агни. И теперь давайте посмотрим мою красоту. Итак, первый набор, из-за которого все было вообще сделано. Чуть-чуть извините, я вам просто скажу, что тут есть перемешку золотое руно и риолис. Просто я вам буду показывать их также перемешку по очередности, которые наборы занимали первое место для меня, которые обязательно должны были быть приобретены мне. Итак, первый набор, вы уже все знаете, это Риолис серия премиум. Вот такая прекрасная пантера. Я уже сейчас, вот была бы моя воля, если бы мне кто-нибудь еще пришил 18 рук, я бы сейчас бы ее взяла, вышивала бы. Меня абсолютно не смущают черные тона. Я в полном восторге. Это такая красота, это пантера, это луна, эти усы ее, это такой. И я маме показала, ну, фотографию еще, она не знает, что я купила этот набор. Вообще никто не знает. Если Саша узнает, он меня просто убьет. Так что это видео будет. Буду надеяться, что он никогда его не посмотрит. Ну или посмотрит там, не знаю, через год, может. Вот. Мама тоже видела фотографию, да, говорит, очень красивая, говорит, такая вся, говорит, она то ли в космосе, то ли на Земле, ну, в общем, ей очень понравилось. Итак, наборчик можно чуть-чуть вынуть, вам капельку показать, что тут есть. Вот тут является черная канва и 8 ниточек анкор, их очень мало. И вот как бы я не любила Риолис, как бы я не уважала, честно, вот их труд, я просто не могу понять цену 70 евро у нас там или 65, ну настолько завышенную, что ну нереально просто. Так что вот, моя мечта сбылась, я очень счастлива, я теперь сплю спокойно по ночам, в общем. Так, далее, вот такая красавица-балерина. Называется набор «Дебют», компания «Золотое руно». Очень красивая, очень нежная, очень такая вся воздушная, легкая. Ну, в общем, мне она очень нравится. Такой свежесть, весна какая-то, навеивает какие-то такие мысли, ну, радости, света. Дизайнер Елена Крумина. Очень люблю ее работы, обожаю. И вот такие прекрасные пастельные ниточки. Не такие вот все приглушенные. Вот желтый, розовый, да, допустим, цвета. Они все такие, ну, приглушенные, пастельные. Вот такой набор. Следующий набор, который я увидела на сайте mybobin.ru, и сразу загорелась, во что бы то ни стало, он должен быть у меня. Это вот такие вот милашные котики. Называется набор «На крылечке». Посмотрите, какие они хорошие. Это крылечко такое классное. Эти яблочки. Агня, когда увидела этот набор, говорит, ой, говорит, яблочки, яблочки. Ну да, точно, вот эти яблочки, правда, они такие вот миленькие. И птички такие летают. И, конечно же, дизайнер моя любимая Елена Крумина. Ну, я тут не буду рассказывать там размеры, все остальное. В общем, 47 цветов, много. Очень мне нравится, он такие вот ниточки проглядывают, посмотрите. Вот знаете, вот это шуршание наборов, оно мне такое прям волшебное. Вот эти, ну, кажется, тоже обыкновенный мешочек какой-то. Ну, вот я настолько уже больная, наверное, стала, что вот, вот они шуршат, и мне приятно. Я вот так вот беру их, обнимаю, мне так приятно. Вот, вот так вот берешь, тут по ниточкам так можно пошуршать. Вот. Следующий набор, о котором я очень тоже мечтала, и при первой же возможности я, конечно же, заказала. Это Риолис. Серия «Сотвори сама». Знаменитые ежики-брусники. Пузики мои, я когда увидела вот его, вот личико, посмотрите, оно такое хорошее, такое миленькое, эти глазки такие смотрят удивленные. Ну прям не могу, прям не могу. Дизайнер этой работы Александра Гусарова, художник. Спасибо ей за такую милашность. Обязательно буду вышивать. Белая канва. Ну, в общем, вот такая вот няшка-няшка. Так, следующий набор, который тоже мне давно не давал покоя. Ну, тут все наборы мне не давали покоя. Кстати, вот этот набор, который я вам покажу, тоже Риолис. Моя мама забраковала. Сказала, ай, фу, какой-то китшевый. Ну, ей не понравился почему-то. Я пожаловалась на это Алине, рукоделие. Она сказала, подожди, говорит, вышьешь? Тогда мама скажет, вот эти семейства кошачьих.
Посмотрите, они такие вот тоже хорошие. Мне очень нравится. Вот посмотрите, вот выражение лица мамы, да, очень серьезное. Котики такие, один балуется, другой тут уже собирается вроде прыгать. Третий говорит, ты куда собрался прыгать? А мама такая строгая лежит вот и говорит, так, всем спокойствие. И вот я, наверное, буду такой строгой мамой чуть-чуть. Потому что я люблю покомандоваться. Даже Саша мне бывает говорит, не командуй. А то он приходит домой, я говорю, так, быстро пошел руки мыть, не командуй. Так что вот, я такая вот, наверное, буду такой строгой мамой. И тут на этой картине мне еще очень нравится вот эта вот подушка зеленая. Очень она разбавляет вот этот вес. Но это, можно сказать, такой полумонохром. Такие все тона. И вот эта подушка очень-очень так вот разбавляет. Ну, вот этот вот такой, вот этот, не знаю, как его назвать, такой вот хвостик мне так нравится тоже. Вот. Дальше, следующий набор, о котором тоже мечтала, это золотое Рено ночное кафе. Тоже очень мне нравится данный набор. Это что-то в стиле Dimensions, там парижское кафе или там что-то парижский рынок. Это что-то такое, да, есть у него. Но я люблю очень золотое Рено компанию. Ну вот, мне нравится. Опять же, моя любимая Леночка Крумина. Я прям уже влюбилась в нее. И вот ниточки. Следующий набор, который я увидела, ну, точнее, два набора занимают одно место. Они были, я о них никогда не знала, я никогда о них не думала, но на этом сайте я увидела и поняла, что хочу, и все. Это вот такая вот утро в деревне. Очень мне нравится. Такие вот домики деревянные. Вот эта церквушка мне очень нравится. И курочки такие яркие, они такие вот побежали такие, правда, прикольные. Ну и я как-то хотела вышить какой-то пейзаж такой вот деревенский. Зелени, чтобы было много, вот такая русская красота. Мне очень понравился, поэтому я его заказала. Ну и опять же, конечно, Елена Крумина. И последний набор, который я тоже очень загорелась вышить, мне он очень понравился. Сначала думала, может не браться, и так тут уже много набрала, но... Ну вот, я хочу, чтобы у нас был такой набор. Называется «Верность», компания «Золотое Руно», дизайнер, конечно же, Елена Крумина. Вот такие голубочки сидят на подоконнике. Тут еще с добавлением бисера, вот посмотрите, видите, бисер. Тоже такие пастельные тона, очень спокойные, море. Ну вот, любовь между этими птичками. Вот такая вот красота. Вот, это были все мои наборы. Я рада до безумия, я счастлива. Еще раз большое спасибо сайту mybobin.ru. Муа! Буська вам из Литвы. Вы супер молодцы. И быстро отвечается, даже там они мне отвечали в субботу поздно вечером. Мы с ними переписывались. Ну, я очень осталась довольна. Так что, девочки, заказывайте смело, договаривайтесь с ними. В общем, магазин супер. Особенно девочки из Литвы, кто хочет попробовать. И, кстати, за растаможку я, скажу по секрету, не платила. Не знаю. Но мою посылку тормознули на таможне. Мне показывал вот этот, да, трек. Извините, опять надо было прерваться. Невозможно снять длинное видео. То одно, то другое. Так вот, девочки из Литвы, не бойтесь, заказывайте. В общем, можете кооперироваться, чтобы делать один заказ, не платить за пересылку каждый отдельно. Или там за пересылку денег. Ну, вместе кооперируйтесь. В общем, магазин работает супер. Спасибо ему. И спасибо вам за внимание. Все. Всех целую, всех обнимаю. Всем пока.